Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате The Land of Pain, Земля Боли. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, потому что мы продолжаем бояться. Мы получили цепь для бензопилы. Ну и по идее нам осталось найти саму бензопилу. Так, здесь точно больше ничего нужного нету. Окей. Так, куда мы можем пойти? Там справа сарай, но он тоже заперт. Так что там нам делать нечего. Но у нас, по идее, нет выбора. Только идти туда. А там сзади не было нигде бензопилы? Не помню я такого. Точнее, вроде как по мере игры мы встречали бензопилу где-то. Но, по-моему, она была неактивна абсолютно. Да и я не помню где. Так что пойдем туда. Так, фонарь. Я забыл выключить фонарь. Иду и палюсь прям как звезда. Так, а сюда мы вроде уже ходили или нет? Или да? Да, здесь мы уже были. Давайте просто быстренько проверим, может быть, здесь где-то есть бензопила. Не. Вообще не особо понятно, что же нам нужно сделать. Мы сейчас находимся в другом мире. Может быть, как-то, не знаю, всю эту машину заново запустить, чтобы нас перенесло обратно в наш мир. Так, а туда, в ту сторону идти нужно или нет? Там вроде нигде огней никаких нет. Вот там какой-то силуэт вдалеке есть, но это, по-моему, скала просто. Черт его знает. Давайте вот отсюда посмотрим, что там. Что здесь. А, это сюда дорога ведет. Стоп, оттуда. А там что-то вроде как есть. И свет горит. Так, здесь мост направо и неизвестно куда. Черт его знает, куда нам лучше пойти сейчас. Слева там что-то тоже есть. Ага, туда мы как раз спустимся к этому домику или что-то такое за здание, если пойдем сюда. Окей. У! Твою дивизию.
Здесь бы не заблудиться. Там, смотрите, на чердаке какой-то красный свет. Что-то там происходит. Причем он моргает, как будто там морзянкой кто-то нам сигнал пытается подать. Так, мы здесь не пройдем. Подождите, а ну-ка. Получается, вот по тому мосту я сюда пришел, то есть где-то... Вот туда я мог пройти, если... пойти в другую сторону. Или это сейчас туда приду? Непонятно немного. Будь открытая дверь, пожалуйста. Заперта. Твою ж дивизию. Так, куда тогда нам пойти? На самом деле интересно было бы вернуться чуть обратно, посмотреть туда, в ту сторону. Я надеюсь, что там не должно быть той твари, и мы сможем там пройти вот по тому краю. А потом придется вернуться сюда и топать куда-то туда. Больше вроде вариантов-то и нету. Вроде здесь на мосту этой твари быть не должно. Хотя она, по идее, телепортироваться может.
Вот, а сейчас по левой стороне. Попытаться куда-то попасть. Так, это получается то же самое здание, да. Только мы сейчас попадем на второй этаж. А там, может быть, и на первый как раз спустимся. И, может быть, изнутри сможем открыть дверь. Ой, 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 это нехорошо. Это совсем нехорошо. Так, ну здесь тоже дверь. Не факт, что она открыта, но само собой она закрыта. Так, нужно осмотреться хорошо. Что тут у нас есть? Тут заготавливали древесину. О! Отлично! Я прицепил цепь к пиле. Теперь я могу ее использовать. Это прекрасно. Вопрос на миллион. А что нам нужно распилить? По идее, можно было просто дверь распилить. Она деревянная, да? Хм. Вполне можно было бы распилить. Но это было бы очень громко. Нас было бы за километр слышно. Так. А, здесь двери нету. Здесь мы... Только в обход нам нужно уходить, значит, понятно. О, какая жесть, смотрите. Я не могу это осмотреть. Нет? Ужас какой. Так, похоже, что здесь все. Мы взяли здесь бензопилу, и можно отсюда уходить. Идти теперь туда и думать, где бы эту бензопилу применить. А что у нас там позади осталось? Там у нас остался сарай запертый, там, где место раскопа. Можно, конечно, на всякий случай к нему сбегать. Но я думаю, там ключ все-таки нужен какой-то. Так, здесь, кстати, в доме, на втором этаже тоже дверь запертая есть. Может быть, ее распилить? Стоп, нет, не здесь. Не в этом доме. А в том, который возле сарая, да. Что-то я наглею, прямо по дороге уже иду. Но мне показалось, что та тварь ушла в ту сторону. То есть я надеюсь, что здесь-то ее не будет теперь.
Так, а позади, я не помню, что у нас было позади? Ничего там не было, что нам нужно было бы как-то распилить? В принципе, можно попытаться пройти туда назад. Если что, я думаю, наш персонаж скажет нам, что туда идти не нужно. Так, а здесь, на месте этого какого-то ритуала, там тоже нечего делать. Ой, ой-ой-ой. Да что у меня так получилось запрыгнуть быстро? Эть. Вот эта дверь. Ну это, наверное, дверь наружу, да. Только что мы к ней подходили. Действительно. Да что мы делаем? Просто чтобы удостовериться, что... Ничего мы не упустили. Давайте просто попытаемся сейчас пройти вот туда влево. Здесь, в принципе-то, ничего и нет. Вроде мы приплыли, я помню. Может, дерево вот это спилить? Но, тем не менее, наш персонаж что-то как-то молчит. Он не говорит, что мы идем туда, куда не нужно. Может, все-таки нужно? Нет, здесь просто руины и все. Никакого прохода, ничего нет такого. Так что только аж туда. И получается там налево от той мини-фабрики. Там вроде вот ничего нету. А зачем вот эта тепличка? Просто для атмосферы, для красоты?
Возможно, нам понадобится какое-то дерево срубить, чтобы куда-то перебраться по нему. Так, здесь еще нужно быть осторожным. Иди в задницу, все. Нужно быть осторожным, ага. Конечно. Машина какая-то. Черт, куда идти? Нет, 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 тупик. Куда я забежал? Тут завал. Завал блокирует дорогу. Я не могу двигаться в этом направлении. Окей. Там была какая-то машина. Было туда ответвление, потом вроде в другую сторону. Окей. С этой тварью, конечно, нормально ничего не запомнишь. Наугад бегать приходится. Не знаю, куда я иду. Просто осматриваю на случай, а вдруг там что-то есть. Нет, вроде ничего. Возможно, все-таки выгоднее быть поближе к дороге, если что. Если мне придется убегать опять. И я не запутаюсь здесь в кустах и в деревьях. Но на дороге нас лучше видно. Да твою ж дивизию, она справа. Вижу. Черт. Черт, черт, черт. Так, беги, 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 говорю. Только не тупик, пожалуйста. Нет, не тупик. Фух. Так, здесь... В общем, какие-то кусты были, мы их распилили. И открыли куда-то еще проход. Так, ну, нам повезло. Ну да, в этой игре везение, конечно, это самое главное. Но там еще куда-то был проход налево. Как раз туда, откуда эта тварь на меня и полезла. И туда, в принципе, и планировал как раз отправиться.
Так, нужно запомнить, что сюда прийти вот в ту сторону. Есть куда-то еще вроде бы проход. А здесь, на этой мини-лесопилке, тоже дверь закрытая. Возможно, туда нужно будет все-таки попасть. Но мы двинемся, наверное, сюда все-таки. Интересно, что же здесь такое? Ну, знаете что, давайте, наверное, мы продолжим уже в следующей серии. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.